Добрый день всем, меня зовут Дмитрий Гриценко, и в этом видео я хочу поздравить вас с новым 2015 годом. Прежде всего, конечно, хочется пожелать таких банальных вещей, как здоровье, счастье, любви, удачи. Безусловно, это важно для каждого человека. Также хочется добавить, что, конечно, хочу пожелать вам, чтобы у вас исполнялись ваши мечты и цели, чтобы хотя бы одна крупная цель, которую вы себе поставите в новом году, чтобы она исполнилась. Естественно, что для этого придется приложить усилия, но тем не менее, конечно же, если вы все сделаете так, как нужно, если вы будете много работать над собой, что, конечно же, нужно делать каждому человеку, то в таком случае, конечно же, вы добьетесь всего, чего захотите. Пускай эта цель даже кажется достаточно сложной и, может быть, даже нереализуемой. Тем не менее, все, конечно же, реально. Главное идти к своей мечте и не обращать внимания ни на кого. То есть второе такое пожелание – это не обращайте внимания на своих завистников, которые наверняка у вас могут появиться, когда вы делаете то, чего не делал до этого никто. Либо же, когда вы просто становитесь чуть-чуть выше, чем основная масса людей. Естественно, что завистники появятся, и цель завистников – просто унизить вас. И за счет этого возвыситься, как бы. То есть они просто стараются поставить вас чуть-чуть ниже, чтобы самим не казаться таким плохим. Тем не менее, естественно, очевидно, что не нужно на это все обращать внимание, нужно просто идти к своей мечте, к своей цели и просто стараться быть самим собой, что тоже очень важно, и, пожалуй, в современном мире быть самим собой – это одна из самых сложных задач. Также, конечно, хочется пожелать самого главного – это любить шахматы. Если вы будете любить шахматы, то это говорит о том, что вы будете постоянно думающим человеком, поскольку шахматы все-таки учат нас прежде всего именно думать, а человек думающий наверняка будет выделяться из толпы. Ну что ж, всем спасибо за внимание, надеюсь, что вам нравятся мои уроки, я буду стараться делать их как можно лучше, буду стараться развиваться в этом направлении. Всем спасибо за внимание и еще раз пожелаю удачи в новом 2015 году.